Приветствую вас, друзья мои! С вами Евгения Таро, и этот видеоурок я записываю для тех людей, кто заинтересовался в последнее время гаданиями, предсказаниями и хотел бы попробовать свои силы в этом искусстве с помощью карт Таро. Если вы пока что новичок в этом деле и мало знакомы с колодой Таро, этот видеоурок как раз для вас. Начнем мы с вами с того, что классическая колода карт Таро состоит из 78 карт. Их еще называют арканами. Эти 78 карт включают в себя две колоды. Одна из них – это старшие арканы, их 22 карты, а вторая – это младшие арканы, их 56. Вот на видео вы можете увидеть вот такая линеечка из карт. Это старшие арканы, их здесь 22. И вот эта вся площадь, усыпанная картами, это младшие арканы. Как вы видите, младшие арканы тоже делятся на 4 колоды. Так называемые масти. Есть масть пентаклей, есть масть жезлов. Есть масть кубков и масть мечей. Каждая масть состоит из туза. Вот тузы. Нумерных карт от двойки до десятки. Здесь они у меня в стопочке сложены. От двойки до десятки каждой масти. Также в каждой масти по 4 карты двора. Это 4 пажа, 4 рыцаря, 4 дамы и 4 короля. То есть получается 4 туза разных мастей, 36 нумерных карт и 16 карт дворцовых.